Завтра на площади Сан-Марко тебя публично оскопят. Расплатиться можно единственной услугой, которая покроет все. Только Казанова может заморочить головы двум бабенкам. Той, что на троне, и той, что выставила товар. Я устал. Вот и отдохнешь. В России? Здесь была бумага, и нету. Нет? Что значит исчезновение бумаги о престолонаследии? В суматохе мятеже подписаны! Охота за автографом императрицы началась. Масоны прислали Казанову, а папа Климент пустил по следу Манучи. Вы выглядите как заговорщики. Так а мы и есть заговорщики. Вы хотите уничтожить Екатерину? И поставить Павла на престол, чтобы через него править Россией? Но хоть бы и так. Ты не представляешь, какие силы разбужены. Мы подключаемся к охоте. Причем здесь Бог, речь о деньгах. А как взяться? Так, чтобы страшнее запаха паленой кожи было. Джако, зачем ты в России? Ваше Величество, Казанова — это шкатулка с секретом. Джакомо путешествует по миру в поисках девиц. Покупаю. Деревенскую зверушку? Подобно ювелиру, он делает огранку, обучает и выдает завидным женихам. Улыбка где? Также и у нас. Отыскал такую девицу из казенных крепостных. Ходите, продавайте, я не могу больше! Любовь всегда битва. Любовью человек живет с ветерком.